Доброго времени суток, коллеги. Меня зовут Андрей Нестеренко. Я руководитель проектного департамента компании Кадерлайн. Недавно один из наших сотрудников, Дмитрий Диченко, прослушал курс 1С об управлении проектами. Данный курс основан на технологии корпоративного внедрения. Цель курса – дать компаниям франчайзи единое понимание терминов, подходов, процессов управления, познакомить с шаблонами документов. То есть, по сути, унифицировать процесс выполнения проектов с учетом нашей специфики. Конечно, у нас в компании есть своя технология, которую мы используем, но я считаю, важно не замыкаться внутри нашего опыта и периодически актуализировать собственные знания. Что хотелось бы отметить? Во-первых, грамотная, структурированная подача материала. Курс последователен, логически связан. Это реально важно, потому что позволяет привести в порядок и те знания, которыми обладает сам слушатель, руководитель проекта. Во-вторых, большая часть курса – это практические рекомендации, которые позволяют сразу использовать их в работе. Это подходы к выполнению работ, шаблоны документов. Мы точно планируем использовать материалы курса и интегрировать их в нашу технологию. Что еще хотелось бы отметить? В настоящее время у нас идет много проектов, которые мы делаем совместно с другими партнерами. И знание этой технологии must-have для всех, кто участвует в совместных проектах. Это позволит избежать и банального недопонимания, и повысить эффективность взаимодействия. В-третьих, хотелось бы отметить, что в рамках курса была возможность пообщаться и с автором курса, с другими коллегами, обсудить отдельные практические вопросы, которые у нас были. Считаю, такие коммуникации очень важны. Особенность организации обучения – это постоянная вовлеченность слушателей в процесс. Это и наличие домашних заданий, и сбор обратной связи. Это тоже считаю важным, поскольку напрямую влияет на объем знаний, которые останутся у слушателей через какое-то время. На что я еще обратил внимание, как руководитель, это эмоциональное включение Дмитрия в процесс обучения. С моей точки зрения, это очень важный момент, и эмоциональное состояние руководителя проекта влияет и на эффективность его работы, и на эффективность работы всей проектной команды. От нашей компании хочется поблагодарить фирму 1С за организацию этого курса и выразить отдельную благодарность автору и ведущему Елене Морозовой. Я рекомендую коллегам пройти данный курс. Спасибо.